В России подведены итоги первого единого государственного экзамена. Напомню, выпускники школ и абитуриенты вузов сдавали русский язык 27 мая. На максимальный результат 100 баллов написали около 2500 человек. Все работы высокобальников из регионов, где результаты могут оказаться завышенными, отправлены на перепроверку. После нее окончательные цифры, скорее всего, несколько изменятся. Единый госэкзамен по русскому языку, как и по математике, необходим для получения аттестата о среднем образовании, поэтому те, кто написал свою работу на неудовлетворительную отметку, но при этом не завалил математику, смогут попробовать сдать еще раз 18 июня. Если неудовлетворительные оценки будут по обоим обязательным экзаменам, в этом году выпускник аттестат не получит. Добавлю, чтобы заработать троечку по русскому языку, ученикам ЕГЭ надо было набрать хотя бы 36 из 100 баллов. Все ли ноябрьские выпускники справились с этой задачей, станет известно в понедельник.